можно изготовить. Требования из коктейль Молотова. Можно из бомб. Можно из дымовая бомб. Дымовая бомб. Можно изготовить. Требования инструкции. Взрывчатка. Спасибо, военные. И где тут генератор? На том конце кабеля. Да, Джоэл? Господи, чертова кошка. Ну, так. Черт, холодно. Твою же мать, ты смерти моей хочешь? Изготовление. Аптечка. Можно из коктейль Молотова. Аптечка. Можно изготовить. Требования инструкции. Вы получили аптечку. Черт, заперто! Заперто. Ах!
Вот и он. Я на месте. Отключено. Никак. Бензина нет. Черт. Пусто. Где бы достать бензин? Используйте колесик как рус кирпич. Один, аптечка, канистра, один, вверх, или два, три, канистра, полуавтоматический пистолет, патроны для пистолета, шесть, в магазине, 14, в резерве. Аптечка, канистра, один. Все, что ли? Да, вроде бы. Так, ищем бензин. Пусто. Отлично. Как это делается? Берем шланг и высасываем бензин, так? Пошло. Так. Ладно, этого хватит. Ну-ка. Вот так.
стало хуже. У него жар и постоянная рвота. Может, я ошибусь. Может, запоздал сам потаскал. Может, однажды, когда я отвернусь, он бросится на меня. Протокол противодействия инфекции. Мы поступили с офицером Топлюгом, как должны были. Мы. До кого я обманываю? Мы убили Ларри. Я пристрелила его, как собак, пока Элис его держал. Я не могу забыть его крики. Риган, пожалуйста, у меня еще есть время. Не надо. Или что мы натворили? Может, мне после уйти? Бросить его и убежать? Простите, Элис. Риган, постой, назад. Дрянь. Заметано. В воду не соваться. Там ток. Пробел. Выбор. Параметры. Так, дверь я открыла. Тихо, тихо. Смотри вперед. Все получится. Ты не упадешь в воду и не поджаришься.
Пробел. Пробел. А если залезть наверх? А, да, точно. Наконец-то. Да, я вас слышу. Полуавтоматический пистолет. Патроны для пистолета 6 в магазине, 14 в резерве. Ah!
Если противник не видит вас, вы можете отвлечь его внимание. Снова здорово. Вот зараза. Откуда они берутся?
были на исходе. Мы с рядовым Юджином и Лисом вошли в зону погрузки, чтобы поискать там пропитание. На нас напала группа зараженных на второй стадии. Их было с полдюжины, и они застали нас врасплох. Мы нейтрализовали угрозу, но Элиса укусили. После напряженной дискуссии, в ходе которой рядовой Элис попытался покончить с собой, я его обездвижила. После этого я приняла решение нарушить протокол. Я изолировала пораженную конечность с помощью шины. Затем я пошла в заброшенный лазарет, взяла там хирургическую пилу и продезинфицировала ее. Я ввела рядовому Элису дозу морфия, после чего ампутировала руку, сделав разрез на несколько дюймов выше места укуса. Я уверена, что после того, как рядовой придет в сознание, он не будет выказывать признаков поражения кордицепсом. Капитан Риган Фрунзис, Бакспейс, назад. Чтобы начать целиться с другого плеча, нажмите «Тап» «Изготовление», «Опрычка». Слишком много во время прицеливания. Пробел. Выбор. А, черт. Так, спокойно. Спокойно. Параметры. Пробел. Ну, давай. Один прыжок. И мы в дамках. Ну, готово? Готово. Нифига себе! То-то. Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят.